Приветствую всех, с вами Маркелов Борис, и сегодня 5 июня 2019 года. И я вам хочу сказать, что я вам дарю около 900 шрифтов. Я посмотрел вот именно по запросу шрифты. Многие люди ищут шрифты, красивые шрифты, и эти шрифты, ну вот даже если в коллекцию бесплатных шрифтов зайти, их нужно скачивать по одному. Все эти шрифты, которые здесь указаны, я вам дарю в одном zip-файле, который вы сможете скачать именно под этим видео. Почему я так делаю? Ну, потому что я вас всех люблю, уважаю. Если вам нужны шрифты, заходите, скачивайте, устанавливайте. Если вы не знаете, как устанавливать шрифты, сейчас для новичков я покажу, как это сделать. Вы заходите в мой компьютер, заходите в папку Windows. И вот здесь находятся шрифты. Сейчас откроется папочка. Их там очень много, то есть большое количество. Если вы, конечно, хотите скачивать по одному шрифту, искать их по интернету, то вопросов нет. Здесь я вам предоставляю почти 900 шрифтов, которые используются на YouTube, которые я использую в своей шапке, в своем канале и во многих-многих видео, которых я делаю. Также при обработке видео, также при создании шапок, также при создании превьюшек и всего остального. Ссылку на архив шрифтов вы можете найти под этим видео. Если видео вам было полезно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. Всем привет!